Всем привет! Как говорится, давно вас не видел, но и вы меня давно. Но решил записать такое небольшое видео, так сказать, обращение, не обращение. Рассказать, так сказать, новости, куда я пропал, почему. В общем, ну, самая главная новость, почему не было видео, почему я потерялся, так сказать. Но была попытка взлома у меня Гугла. Не канала, а Гугла. На моем Гугле два канала находятся. Два юнца от Юрца и Юрий Рогозский. Вот поэтому как бы меня долго не было. Видео я просматривал, все ваши комментарии читал. Спасибо, что, как говорится, потеряли меня, так сказать, переживали. Ну, сейчас все восстановил благополучно. А теперь сейчас еще... Из-за чего, кстати, у меня это все получилось? Получилось из-за того, что... Там, да, многие не писали, там рекламу я там вставлял. Нет, не из-за этой рекламы последней. Было там еще тоже, да, из-за рекламы, но не из-за последней, а было еще предложение тоже по рекламе, прорекламировать там какой-то, по-моему, блин, какой-то видеоредактор. Было такое реклама предложение. Ну и, в общем, оказалось, не видеоредактор, не видюшка, а какая-то, ну, программа. И вот сейчас еще из-за этой программы мне там с компьютером сейчас проблемки, ну, вот сейчас повез его переустанавливать винду. В общем, не могу я войти с одного компьютера, с телефона захожу, с компьютера не могу пока войти. Не пускает Google меня, как говорится, вход. Ну, вирусы, дать там и есть, хотя проверял все. Поэтому будьте внимательны с этими рекламами. Присылают такой файл интересный. Должен быть видеофайл, а на самом деле какой-то там архив. Ну и в итоге этот архив я все-таки кое-как скачал. Скачался он и установился. Поэтому подозрительные... И реклама эта пришла мне с контакта. Поэтому смотрите, подозрительные такие рекламы, смотрите, проверяйте, кто вам присылает эту рекламу. Должна быть страница, там не три фотографии, грубо говоря, это фейковые страницы, соответственно. Присылают, потом удаляют их, ну, там может быть контакт блокируют. В общем, я думаю, люди попадались. Кто попадался на такую, напишите, мне просто тоже интересно. С Гуглом, конечно, восстановить не так все просто, это все долго до них дописаться, ну, сами понимаете. Ну, сейчас, думаю, будет все нормально. Будем продолжать снимать видео. Много чего у нас за эти тут 3 недели произошло. Были, так сказать, даже новые приобретения. Ну, скоро вы все это увидите. В общем, как бы Андрюха сейчас вот опять на учение уехал. Сегодня, кстати, вот я записываю это видео. Какое у нас число сегодня? 10 декабря уже. А, как сказать, взломали мой Google 21 числа. Утром проснулся 21 и... У меня написано, изменен пароль, изменен телефон. Ну, я вовремя написал службу поддержки, как-то там. Короче, заблокировали, видели, там у меня иконок не было на каналах. Также еще, ну, вот из-за этой всей ерунды, даже не из-за этого, я давно думал, так сказать, у меня к одному Гуглу привязано 2 канала. Ну, и тут, так, это, Андрюха у нас, ну, сами знаете, студент наш, он учится, ну, и сейчас все на дистанционке на этой, ну, про дистанционку можно отдельное видео, думаю, записать. На дистанционке. И получается, что у нас? Что ему пришлось создать свой Google, свою почту Андрюхе. Ну, так как он создал этот Google еще в сентябре. Тут со всеми этими событиями, с взломом, решили мы, короче, сделать Андрюхе... Ну, у него даже он был канал. Уже там же, сами знаете, Google создается автоматический канал на YouTube. В общем, создали канал у него. Называется канал «Простые пацаны». Ну, я думаю, Андрюха там будет уже сам что-то снимать. Канал еще не раскрученный, ничто. Как бы. Там приобрели мы новую технику. Вот, кстати, она на этом канале уже есть, эта техника. Можете ссылки в описании пройти, подписаться, кому интересно. Ну и посмотреть, что за техника. Будет он там кое-что свое выкладывать. Также на этом канале не закрыты комментарии, как на 2 юнца от Юрца. Потому что 2 юнца, он, ну, Google его признал детским каналом. У Андрюхи канал нормальный, там будут такие видео более взрослые, так сказать. Может быть, даже немножко и с матом, ну, в авторемонте, так сказать, без мата совсем никак. Также канал 2 юнца тоже будет работать, там Мишанька, Машуля будут снимать какие-то видюшки. Поэтому все там будет нормально, не переживайте, каналы не загнутся. Ну, Андрюха пусть свой канал развивает, тем более сейчас он учится, потом пойдет работать. Он будет свою снимать там какие-то видео, может что-то найдет, свою какую-то тему интересную. Поэтому пусть будет у него свой канал. Поэтому подпишитесь на канал, не забудьте. В общем, всем спасибо, кто подписался и будет смотреть. А, ну и по поводу рекламы. Да, там вот я в последнем видео, когда выложил эту рекламу, там рекламировал я.
Многие там начали лохотрон, не лохотрон. Ну, парни, блин, лохотрон, не лохотрон. Это, как говорится, уже решать вам. Вы можете проверить всю эту информацию. Ну, я знаю людей, именно людей, что пользуются этой. И как бы, ну, это пирамида, соответственно, там, что, ну, вот эти все вложения. Это пирамида. До какого-то, до поры до времени вы будете получать доход. Ну, в один прекрасный момент можете и это. Если честно, я тоже туда вложил, да. Можете считать там меня нехорошими словами там. Но я вложил. Скоро вы увидите, что получилось у меня из этих вложений. Будет отдельное видео тоже. Ну, следите за каналом, вы это увидите. Поэтому реклама будет на моем канале. Чтобы вы там не писали, отписывайтесь, не отписывайтесь. Мне нужно зарабатывать как-то. С просмотров у меня, соответственно, просмотры небольшие у меня на канале. Сами видите. Не знаю, правда, почему. Вроде видео мы нормальные снимаем, там, про дракошу. Еще сейчас вот будет новое видео. Но почему-то, не знаю, в последнее время очень сильно у меня упали просмотры. Не знаю, с чем это связано. Также я еще поменял на канале партнерскую программу. Тоже другую. Ну, там чуть-чуть получше сейчас у меня стало с этой партнеркой. Мне больше она нравится. Ну, вроде как бы это. Пока все нормально. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но просмотры по-прежнему, да, маленькие. Поэтому я сильно не хочу такие проекты сейчас делать. Хорошие там, да, ну как хорошие, нехорошие, не так как-то сказал. Ну, в общем, это. Будут видео, все равно снимать я буду, по-любому, куда я. Ну, а там по поводу победы мои проекты. Ну, понимаете, не хватает мне сейчас денег на все эти проекты. Ни на победу, ни на Ниву. Ну, и смысла их нету сейчас эти делать проекты такие, потому что мало просмотров. Еще раз повторю, будут просмотры нормально. Раньше у меня победа, допустим, выходила серия, всегда там 100 тысяч просмотров было. А сейчас, сами посмотрите, сколько у меня просмотров на последних видео. Там, блин, 23 тысячи или 24, там 20 с чем-то вот на этой, на последнее видео, которое было, где мы инвалидку купили. Вот она более-менее. А так в основном 10-15 тысяч. На канале 100 тысяч подписчиков, и у меня 10-15 тысяч просмотров. Больше видео не набирает. Ну, хотя бы 100 бы набирало там тысяч просмотров видео. Да хотя каналы с меньшим числом подписчиков, и даже вот у моей жены, Юлии Рогоцкой, канал, у нее гораздо больше ролики набирают просмотров, хотя у нее там всего 4 тысячи подписчиков. Не знаю, почему вы не смотрите. Поэтому я пока эти проекты немножко, как сказать, подзаморозил. Во-первых, денег на них нету, надо подкопить на Ниву, там, на победу, надо на нее деньги нужны. И будут-то потом. Пока буду снимать такие видео более-менее простые, так сказать, на которые не нужно больших вложений. Хотя проект у нас сейчас один в работе уже идет. Он идет уже у нас с лета. Скоро по нему тоже смонтируется видео. Тем более у меня сейчас поднакопилось немножко, я выложу старое. Но я думаю, в декабре в этом году я все видео, как говорится, вот этого года я выложу. Немножко сейчас у нас тут с видео сбилось по числам. Поэтому не обращайте внимания, что там старые выходят видео, не старые. Ну, сами понимаете, 3 недели канал был закрыт. В общем, вот так. Также по созданию нового канала, который я говорил, про работу депутата. Ну, тоже тут так подумал, туда-сюда. Ну, вот уже сколько прошло, почти 3 месяца с момента избрания. Да, уже, да, вот 13 декабря будет 3 месяца. Ну и по сути, не особо-то там нечего еще и снимать на канале. Есть там кое-какие темы, но тоже что-то все там, ну, с этим тоже, ну, с пандемией там связано, конечно. Короче, есть там несколько тем, которые хотелось бы рассказать. Но я что-то так вот уже думаю, не знаю пока. Можете, кстати, написать ваш совет. Я думаю, наверное, не буду я создавать еще один канал, а просто буду выкладывать рубрику «Сделаю на этом канале». И буду на нем выкладывать. Также я, не знаю, что-то я тут подумал. Возможно, переименую немножко свой канал. Это, ну, я вот думаю назвать его «Депутат Рогоцкий». Не буду я Юрий Рогоцкий, ну и так вы меня, в принципе, знаете, как меня зовут. А назову депутат Рогоцкий. Ну, как вы на это смотрите? Напишите тоже. Переименовать мне канал или нет? Так, вот так вот. Ну, что еще, что я хотел сказать? А, ну, еще вот забыл сказать. Хотел. По поводу донатов, допустим, да, у меня сейчас проекты не идут, ну, нету денег. Собери донаты, там, то, сё, бося. Нет. Не хочу я собирать никакие донаты, как бы я и раньше не знаю, зачем я этот собирал, зря. Поэтому донаты не надо. Будут просто рекламы на моем канале. Ну потерпите, ну вас же с этого, как говорится, не убудет. Ну пусть они будут, я заработаю маленько деньжат, будут те же проекты. Поэтому, блин, не надо на эти рекламы обижаться, пускай они будут.
Все сейчас так зарабатывают. Я и так стараюсь не рекламировать, вот, допустим, там, ну, знаете, всем известная популярная реклама. Я считаю, это вот точно натуральный там, как вы назвали, лохотрон, если он тому на свете. Все вот самые, которые популярны на YouTube реклама, вот. Ее и они мне предлагали ее, кстати, но я не буду ее рекламировать. Буду стараться что-то, такие товары какие-то, что-то такое, там, такое, такую рекламу стараться. Ну, получилось тут так с этой рекламой, да хорошо за нее просто платят, честно скажу, поэтому согласился. Так тоже были, конечно, сомнения, ну, ничего страшного, ну, пускай, что я говорю, быстрее сделаю для вас же проекта, поэтому... Ну и также от вас я просто прошу, как говорится, подписываться, больше делиться с друзьями, там, просмотров больше. Надо просто поднять просмотры. Поднимутся просмотры, поднимется у меня заработок на YouTube. Так что, также еще кое-что потом новость вам расскажу, ну, немножко позже, наверное, в конце декабря или уже в новом году, по поводу там заработка тоже у меня. Дополнительный заработок у меня скоро будет. Ну, увидите. Ну, я думаю, не будет этот у меня влиять на, так сказать, на канал. Хотя, блин, будет мне тяжелее. Намного больше будет времени уходить. На все меньше каналом буду заниматься. Ну, постараюсь не как говорится, не чтобы качество хуже не стало, там, видео и все на свете. Хотя я бы не сказал, что у меня сейчас качество хорошее. Да, вторая, надо стремиться там к качеству, но... Канал это канал, ну, блин, нет у меня такой возможности там какие-то супер монтажи делать, там операторов нанимать, то есть 8. Нету. В своем деревне, ну, у нас канал простецкий, так сказать. Поэтому вот. Всем, как говорится, желаю теперь здоровья, успехов во всем. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, не забывайте. Оценивайте, комментируйте. Ну, а на этом всем спасибо за внимание и до свидания.